Мы в Грёнолунде, это удовольствие стоило 100 крон. Вот, ничего поделаешь. Ради искусства нужно и заплатить иногда. Бывает и жизнью. Да, все-таки на тему это проскакивает. Ну да, лучше 100 крон заплатить, чем жизнь давать за удовольствие, ну, да? Есть такая фраза, говорит, хорошо, что взяли деньгами. Ну, когда что-то случилось, да, да, ты да, тебе да, говоришь, да. Слава Богу, что взяли деньгами. Да. Деньги – это дело наживное, дело, да. А вот жизнь у нас одна. И даже вера в Бога не поможет.